В производстве следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Саратовской области находилось уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами А, Б, части 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 15 участников организованной группы, занимавшихся приобретением, хранением в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Установлено, что 32-летний организатор привлек к незаконной деятельности 14 сообщников из числа товароведов и продавцов ряда торговых объектов. В ходе проведения оперативных мероприятий из незаконного оборота всего было изъято немаркированной алкогольной и табачной продукции на сумму более 2,5 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский суд города Саратова для рассмотрения по существу.